Завершальний етап міжнародного фестивалю авторської пісні «Облака» стартував у Дніпрі. 6 листопада на сцені Палацу культури машинобудівників свої пісні презентував російський бард і сатирик Тимур Шауф. Це завершення гастролі. Перед цим у нас був Київ, Харків, Одеса. Вот мы Днепром заканчиваем наши гастроли. А розпочинали фестиваль також із Дніпра. Ще 25 жовтня у телетеатрі. Виступ Тимура Шаова став третім на дніпровських музичних майданчиках. Четвертий – фінальний гала-концерт «Отчий дом» за участі відомих виконавців Ізраїлю, Чехії, Росії та України. Також глядачі побачать на сцені артистів проєкту «Пісні нашого віку» та акторів міського театру «Вєрім». Фестиваль «Облака» присвячений пам'яті Олександра Галича, якому за 2 роки виповниться століття із дня народження. У мене є посвящення Галичу, его я обязательно спою. Себе план всегда пишу, но выхожу на сцену, и по ходу часто бывает, что план меняется. Во-первых. Во-вторых, я очень люблю, когда мне заказывают песни. То есть, если сегодня из зала будут какие-то записки с заказами, я их с удовольствием исполню. А дніпровська публика чекала на выступ Тимура Шаова из нетерплячкою. Это смысл, я не люблю бестолковую музыку, я люблю умную музыку. А бардовские песни, это, я считаю, это умная песня. Взагалі, я не знаю про цю людину багато. Мені сказали, дуже радили, казали, іди, ти не пожалкуєш, дуже цікава людина. Муж моєї сестри лет 20 назад посвятив мені творчество Тимура Шаова, и с тех пор нравится тем, что глубокий смысл, острый язычок. На концерт Шаова мы ходим не первый раз, то есть как бы стараемся попадать по возможности. Это один из немногих людей, который умеет, вне зависимости от того, в какое время мы живем, подчеркнуть, выпятить какие-то острые моменты. Главное, чтобы две вещи соблюдалось. Ничего о политике вообще. Ни слова о политике, и чтобы не было, условно говоря, извиняюсь, условно говоря, слово «жопа». Ну, условно говоря, да. И вот когда я листаю свои песни в поисках подходящих, или о политике, или то и другое, понимаете? А вот про творчесть земляка Олександра Галича прихильники бардівського стилю чули значно менше. Концерт посвящен Галичу. Вы знакомы с его творчеством? Нет, не знакома. Знаком, но не так, в принципе, много. То есть я что-то слышал, но даже сейчас вам не скажу, какие песни. Ну, Галича своеобразное творчество. Вот он отличается, там вот его нужно понимать и любить. Вот Галич, с Галичем как-то мне не сильно сложилось. Сучаснейшие виконавцы до души ближче. Взгляните на себя, собратья, взгляните в зеркало, кенты. Позор, позор, хочу понять я, зачем нам эти животы? И эта дряблость в мышцах наших. Ой, вот это пузо впереди. Нас миллионы не рожавших уже, видать, и не родим. Попередні плани організаторів на наступний рік – провести фестиваль «Облака. Просто неба». Юлія Красовська, Олександр Височин, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.